Ребят, всем привет! Меня зовут Катя Строганова, и я здесь сегодня, чтобы рассказать вам страшную правду. До ЕГЭ осталось ровно 3 месяца. No, God, please, no! 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 И я очень надеюсь, что то время, которое уже прошло, вы потратили за подготовкой. Подготовка к ЕГЭ по химии — это не только теория, но и, конечно же, практика. И практика должна быть максимально разнообразной, с разнообразными формулировками, чтобы, когда вы пришли на экзамен, для вас не было никакого неизвестного задания, и вы, увидя даже какое-то суперсложное задание, которое придумали для нас составители в этом году, поняли, а как его решать, какой ход решения, какая логика. И это все нарабатывается только практикой. Где найти такую разнообразную практику, да еще и с разборами и объяснениями? Есть ли какой-то универсальный сборник, пособие или книга, где были бы собраны все типы заданий, которые потенциально могут встретиться на экзамене? По секрету, такого сборника нет. Но не переживайте, специально для вас я перелопатила огромное количество всевозможных заданий и создала марафон, потный марафон, где будут собраны все типы заданий, первой и второй части, которые потенциально могут встретиться на ЕГЭ по химии, прорешав которые, вы будете готовы к любым формулировкам. 90 дней, каждый день вам будут приходить задания по первой и второй части с объяснениями, с разборами, и вы должны будете выполнять обязательно эти задания в течение 24 часов. Если вы не выдерживаете сроки дедлайнов или не выполняете домашку, минус одна жизнь, а на месяц дается ровно 3 жизни. И, как вы понимаете, это та самая мотивация, которую все так ищут. Марафон будет состоять из 2 блоков. Это задание тестовой части и также задание второй части. И мы с вами разберем все задания всех наших основных 4 блоков, которые встречаются на ЕГЭ по химии. Это общая химия, это органическая и неорганическая химия и также расчетные задачи. Если вы получаете домашнее задание по тестовой части, то каждому заданию будет идти подробное объяснение, где будет прописан ход решения и также какая-то минимальная теория для повторения. Что самое главное, будут расчетные задачи номер 33 и 34, которые все так боятся. Каждой расчетной задачей будет идти видеоразбор, и, посмотрев который, ты сможешь разобраться в ходе решения, и я уверена, что в этом разборе будут ответы на все твои вопросы. Кроме этого, у вас будут кураторы, которые будут вас курировать и будут помогать отвечать на вопросы и в целом вас поддерживать. Но потный марафон — это не только колоссальная практика, это также возможность повторить какие-то теоретические аспекты, какие-то теоретические темы, которые нужны для решения тех или иных заданий первой и второй части. Каждому занятию будут идти записи с теоретическим материалом с годового курса, поэтому вы можете не только оттренировать большое количество практики, но также и повторить какие-то теоретические моменты. Это последний шанс получить качественную подготовку и качественную практику, где будут собраны всевозможные типы заданий и всевозможные формулировки. Ну что, готов попотеть? Тогда я жду тебя на потном марафоне, чтобы прокачать свои мозги и сдать ЕГЭ по химии на максимальные баллы.